Кстати, я в двух словах скажу, какой у нас план на ближайший раз, вот на ближайшую лекцию. План у нас два. Значит, во-первых, если так философски, мы определили проективное многообразие как многообразие, живущее от природы в каком-то проективном пространстве. Но с другой стороны, вот уже раньше у нас были какие-то такие подозрения, что вот есть некоторые свойства, которые что сформулируются не в терминах вложения, а в терминах как бы многообразия само по себе. Например, Сережа упоминал про такую вещь, как род кривой. Но это какая-то топологическая характеристика, которая знать не знает и не ведает того, что кривая куда-то там в какую-то проективную плоскость вложена. И постепенно, ну да, еще мы, соответственно, встречаемся с тем, что бывают какие-то такие локальные варианты, типа размерность. Размерность тоже вроде как сидит себе и не видит объемное пространство совершенно. То есть отсюда может уже возникать подозрение, что на самом деле есть очень много вещей, которые не имеют отношения к тому, что многообразие куда-то вложено. И вот мы философски будем сейчас двигаться в том направлении, чтобы, так сказать, отрываться от этого исходного субъективного вложения. То есть философия в том, что многообразие, оно само по себе. И у него нет предпочтительного вложения в ПН. У него есть несколько вложений в ПН, и вполне себе можно говорить о том, что некоторое одно и то же многообразие вложено в два разных проективных пространства. Одним способом туда, другим сюда. Вот мы сейчас будем двигаться в направлении того, чтобы понять вот это. Что нет на самом деле, что, конечно же, для того, чтобы дать всякие определения, приходится пользоваться вложением часто. Но, если, но на самом деле вложение не так важно. Для этого мне придется научиться говорить, что значит, что два проективных многообразия одинаковые, ну или изоморфные. А для этого мне понадобится понять это выражение. Вообще, что такое отображение из... Ну, как обычно, у нас есть какое-то многообразие. Для начала мы научимся говорить, что такое его отображение в какое-то объемлющее пространство. Ну, мы сейчас, конечно, будем говорить о проективном многообразии, которое будет отображаться в ПН. Но я просто напомню, что отображение, скажем, аффинного многообразия в АН, это по количеству информации, это ровно набор из n функций. Действительно, если у нас есть какое-то отображение в аффинном пространстве, были координаты, их можно скомпозировать с этим отображением, получить функции на x. Если у нас было несколько функций на x, мы, скажем, f1 и так далее, fn. Мы берем точку x и переводим ее в точку аффинного пространства с координатами f1 от x, fn от x. Другими словами, отображение это то же самое, что несколько функций. Вот так сказать, невелика мудрость. Теперь мы уже про проективное многообразие, это теперь я сотру, чтобы нас не смущало, про проективное многообразие мы уже договорились, что такое функции на нем. Поэтому я могу попробовать, сейчас мы вместе с вами попробуем слепить из них аналогичное определение. Вот у меня есть проективное многообразие, опять же, оно живет в каком-то пространстве ПК, но вот теперь мне это пространство ПК уже не проективное пространство ПК уже не понадобится. Оно мне нужно было на предыдущем шаге, чтобы дать определение рациональной функции. Я говорю, что рациональное отображение из x в проективное пространство размерности какой-то другой, ну или тоже проективное пространство Pn, это набор из m плюс 1 рациональной функции. На x. А,
Ну вот, которую я запишу в строчку через запятую, получу отображение из икса куда-то. Но, конечно же, тут есть вечная опасность, что можно взять один набор рациональных функций, можно взять другой набор рациональных функций, и, возможно, они сдают одно и то же отображение. Но действительно, пусть, например, я взял набор рациональных функций f1 и так далее, f, ну там, скажем, f0 и так далее, fn. Так, а с особенностью теми как? Именно для этого я добавляю слово рациональное отображение. То есть по определению это набор рациональных функций, и по крайней мере он задает честное отображение из открытого подмножества x в проективном пространстве. То есть так же, как и функция определения везде, это отображение разрешает себе быть определенным не совсем везде. То есть так же, как для функции есть понятие регулярной функции, для отображения есть понятие регулярного отображения, которое определено везде. Сейчас я к нему перейду. Значит, пока давайте все-таки я разберусь с тем, насколько однозначно, насколько однозначно по такому отображению устанавливаются функции. Ну, конечно, вот если я взял набор функций f0 и так далее fn, то кто-то другой может взять вот такой набор функций, лямбда f0 и так далее лямбда fn. Ну и тогда там точки x, в которых это дело определено, перейдут в одни и те же точки проективного пространства, как что при первом отображении, что при втором отображении. А лямбда константа? Например, константа. Например, константа. Или наоборот, не константа. Или не константа. То есть, может быть, даже можно взять рациональную функцию лямбда от x. И все равно такие отображения придется считать эквивалентными. Ну, то есть, не то чтобы это что-то плохо, это просто такое предостережение, что... Для того, чтобы чуть менее определено. Ну, если лямбда константа, то там же определено, да. То есть, если, да, давайте я не буду ударяться совсем уж в казуистику. Вот я сказал, что рациональное отображение это набор из n плюс одной рациональной функции. Честнее буду сказать, рациональное отображение это класс эквивалентностей наборов из n плюс одной рациональной функции при там, замыкании вот такого отношения эквивалентности. А домножим на все гимназии, да? Во-первых, я пока домножаю только на рациональные функции. То есть эта штука всякий раз тоже рациональная функция. Если я домножу на знаменатель, я улечу из класса рациональной функции. То есть потом мы будем пользоваться таким сленгом, потом мы к этому придем. Это будет удобное, так сказать, соглашение, как записывать отображение. Пока я просто хочу сказать, что вот я допускаюсь в такой вольной встрече. Я говорю, что отображение это набор за плюс одной рациональной функции, хотя правильно было бы говорить, что это класс эквивалентности наборов при таких вот эквивалентностях. Есть в этом классе минимальные функции, максимально, где все сокращено. В некотором смысле нет, потому что я разрешаю себе, себе домножать на рациональную функцию. То есть как бы среди них непонятно, что значит сокращено. Ну, то есть типа идеала. Ну, в хорошем смысле, кажется, нету. То есть, но с другой стороны, тут мы уже и так протратились столько много раз, что мы, как насчет у нас тут уже и точки неопределенности есть, то есть гоняться за таким минимальным представителем обычно смысла нету. Ну, нет, я к этому перейду. Там в некоторых случаях есть. Например, если видите. Минимальный представитель это что? Имеете в виду, Саша, что он определен как можно более везде? Да. В некоторых случаях так можно сделать. Например, сейчас я введу еще некое соглашение, чтобы удобнее было эти вещи записывать. И тогда там, мы скажем без доказательств, что там, если x это все проективное пространство, то можно так сделать. Хорошо. Как обычно. Значит, мы говорим, что. Я пишу здесь пунктирную стрелочку, чтобы напоминать, что как бы, это отображение не обязательно всюду определено. То есть не обязательно это отображение в теоретическом множественном смысле. То есть как теоретическое множественное отображение, это отображение из открытого куска. Давайте я буду называть его, скажем, φ. Значит, φ, говорим, что φ регулярно в точке P, если если существует такое и, что f и от p определена и не равна нулю.
То есть нас не устраивает, если вы... Так, да. Точка P, во-первых, где? В точке P нам и грозит, с которой мы отображаемся. То есть нас не устраивает следующее. Нас не устраивает, чтобы... То есть фи это фи. Не, простите. Значит, если... Да, мне кажется, фи. Если... Давайте я скажу по развернутости, зато правильно. Так, оно... Значит, фи регулярно в точке P на C, если существует такой способ записать вот эту вот... Ну, как вы говорили, всякое рациональное отложение можно писать не одной n плюс 1 функцией, а несколькими. Если существуют такие f0 и так далее, fn плюс 1, ну, вот, которые эквивалентны нашим исходным с точки зрения отношения эквивалентности, что все fy определены в p, и хотя бы одно не равно нулю. Так, fn плюс единица откуда взялась? Что? Плюс единица откуда? Это вообще откуда? Стой. Сейчас, все. Фи регулярно в точке, если существует такой... Фи это преобразование? Фи это отображение. То есть по определению это набор из нескольких социальных функций, но при этом я разрешаю его иногда заменить, ну, иногда вот таким способом подзаменить. Если мне удобно, ну, его мне может быть удобнее переписать, домножив все, эти самые, все элементы на одну сторону. Хотя бы одна не равна нулю. То есть запрещаешь даже бесконечность тоже. То есть ты, ну, в смысле, неопределенность запрещаешь. Ну, я хочу, чтобы можно было поставить туда вот эти вот. То есть, во-первых, чтобы все были определены, во-вторых, хотя бы кто-нибудь был не равен нулю. Да. Просто, ну, потому что иначе я не могу вычислить n плюс 1 чисел, так что... Для некоторого представителя... Для некоторого представителя в этом классе полиции. Пока разрешается именно только иметь дело с функциями, они это умножают на какие-то там однородные... Пока да. Значит, вот... Не, я прошу раз, еще раз обратить внимание, в каком порядке здесь идут выборы. Сначала я выбираю точку, а потом ищу удобный для себя представитель. А в принципе, мечта могла бы состоять в том, чтобы выбрать этого представителя раз и навсегда для всех точек. Но это как бы такого свойства мы требовать не будем. Нам будет достаточно, если в окрестности каждой точки, ну, в окрестности каждой точки по отдельности, можно будет вычислять. Это я сказал, что такое отображение регулярно в точке P, оно регулярно просто, если оно регулярно в каждой точке, как обычно. И давайте теперь я сейчас приведу биток примеров рациональных отображений и регулярных отображений. Давайте вот здесь уже неоднократно звучало предложение, что зачем мы тащим свою рациональную функцию? Домножим нафиг на все знаменатели и будем работать с многочленами. Вот я просто хотел дать исходное определение в терминах рациональной функции, потому что оно напоминает определение отображения из всех других наук. Там в аффинной геометрии отображение это был набор из функций, в любой другой геометрии отображение в объемщем пространстве это набор из координат. Вот, то есть тут я хочу сказать, что ничего нового в этом месте не произошло, кроме того, что, как обычно, мы... Вот единственный новый элемент, который здесь добавился, это вот необходимое изменение, связанное с тем, что мы разрешаем себе быть определенными не везде. Поэтому вот, мне кажется, что это определение должно казаться естественным, потому что оно практически слово в слово переговаривает определение из любого другого, как бы, из любой другой геометрии. А теперь я напишу соглашение, потому что действительно... таскать с собой рациональные функции не очень удобно. Поэтому можно и домножить все на знаменатели, и мы получим набор многочленов однородных. Сам по себе однородный многочлен не является ничем хорошим. То есть он не является там, функцией многообразия, он не является, просто однородным многочленом. Соглашение стоит, это просто такая форма записи.
можно их записывать как набор из n плюс одного однородного легочлена. Ну а, то есть, еще раз, я говорю, что эти многочлены получатся, когда я возьму n плюс одну рациональную функцию и домножу, ну, на общий знаменатель. Или, может, еще там потом домножу на x, если захочу. А какие назад устанавливать? Сейчас скажу. А, но я хочу сказать, что даже уже вот при такой процедуре может получиться не всякий набор из n однородных многочленов. Набор, там, не знаю, x квадрат, y плюс x получиться не может. Потому что когда мы домножаем все функции на общий знаменатель, мы получаем набор однородных многочленов одной и той же степени. Ну да, раз мы исходили из... Даже если одна функция выглядела вот так, x поделить на y, а другая, как x квадрат поделить на y квадрат, все равно после домножения на общий знаменатель здесь будет xy, x квадрат. Ну потому что у нас степень была у всех 0, а значит будет у всех одна и та же. Совершенно верно. Поэтому я здесь должен добавить одну фразу. Набор из одного однородного многочлена одной и той же вопрос, как восстановить исходное отображение? Ну, конечно же, ни в какой канонической форме восстановить нельзя, но класс эквивалентности восстановить легко. Возьмем, вот у меня имеется набор из, давайте скажем, я многочлены буду обозначать большими буквами, f0 и так далее, fn. Ну, я могу там, не знаю, к примеру, выбрать какой-нибудь из них, седьмой, и поделить всех этих, все эти наборы многочленов на седьмой из них. Получится некое количество рациональных функций, одна из них, кстати, по совместительству будет равна единице. Ну, не страшно, это тоже рациональная функция. Тут, и при этом попадет в тот же класс. Да, это будет, важно, что если мы, я выберу многочлен, скажем, f7 и доделю на него, а вы выберете многочлен f8 и на нее доделите, все равно мы получим эквивалентное, вот в этом смысле, рациональное отображение. И эквивалентность будет осуществляться функцией лямбда от x, который будет там f7 поделить на f8, ну или f8 поделить на f7, зависит от того, в какую сторону мы хотим перейти. То есть, в некотором смысле, несмотря на то, что вот сам по себе вот этот вот набор из многочленов, это как такой набор из не очень осмысленных по отдельности объектов, в некотором смысле эта форма записи довольно удобная и экономная. Тут уже можно говорить разные вещи. Можно, например, попросить задать рациональное отображение каким-то набором многочленов, скажем так, минимальной возможной степени. То есть, тут уже как бы есть чего уменьшать. Сейчас, но не доводный полностью избавился от проблемы неопределенности. Нет. Вдруг да, у меня в какой-то точке все эти многочлены равны нулю. И заметь, что если я умножу на слишком сильно много. Если ты умножишь на слишком много, да. Но они как бы исходно могли быть. А может, исходно они неразрешимы, да? Вот да, но и на самом деле удивительный эффект стоит в том, что во многих ситуациях прям буквально все отображения рациональные. Ну там, между чем-то и чем-то, обладают таким ужасным свойством, что вот как ты не корячишься, а... Сейчас я приведу такой пример. Ладно, давайте я сначала приведу хороший пример. Тождественное отображение является рациональным отображением. Ну, конечно, оно задано набором из n плюс одного многочлена, просто вот x0 это такой многочлен, от x0 и так далее xn, который равен просто x0. Ну вот такой вот набор многочленов у нас удовлетворяет. Дальше имеется линейное вложение. Да, это, конечно, регулярное отображение, потому что... давайте я произнесу это вслух, что... Тождественное отображение. Оно является рациональным отображением, более того, оно регулярно в каждой точке. Значит, давайте я начну с качества замечания, что отображение регулярно в P, если для какого-то из этих многочленов f и t от P не равно нулю. Для какого-то из представителей. Хорошо. Давайте теперь я, кроме тождественного отображения, бывает еще линейное вложение. Pn вкладывается в P n плюс m. И точка x0 и так далее xn переходит в точку x0 и так далее xn, а остальные нули.
это снова является рациональным отображением и снова является регулярно в каждой точке, потому что нет такой точки на PM, где все x0 и так далее, xn равны нулю. То есть пока жизнь вообще кажется прекрасно удивительной. Но это того, что мы рассматриваем будет примерно. Тут нужно добавить видимость на 0 имеет любую степень, чтобы было. Это надо было добавить еще давным-давно, может даже на первой лекции, честно говоря, вчера, что 0 это такая, такой многочлен, который однородный любой степени. Ну, иначе как бы однородный многочлен данной степени не образовывали бы группу сложения, это вообще глупо. Соответственно, мы уже обсуждали, что, ну вот, немного забегая вперед, мы на прошлом часе обсуждали, что нельзя отобразить регулярно проективное многообразие, ну, что не существует регулярных функций, глобально определенных на проективном многообразии, если это проективное многообразие там, связано и не является точкой. Не существует кроме констант. В части отсюда нетрудно вывести, что и всюду регулярных отображений из проективного многообразия в аффинное пространство. Ну, формально говоря, я определял только отображение из проективного многообразия в проективное пространство, но я имею в виду таких отображений, образ которых содержится в аффинном пространстве. Потому что иначе бы, ну, не существует нетривиальных таких отображений. Что там написано? Что написано? Не существует нетривиальных регулярных отображений из связанного проективного многообразия в аффинное пространство. Ровно потому, что иначе любая координата на аффинном пространстве давала бы непостоянную, ну, хотя бы одна координата на аффинном пространстве давала бы непостоянную функцию на проективном многообразии. Да, ну, я сказал на лицо, не существует непостоянно. Ну, еще нужна связанность, да. В частности, никакое проективное многообразие само по себе не вложено в аффинное пространство. Хорошо, значит, пока у нас простенькие отображения, давайте приведем пример отображения, которое не является регулярным. Оно называется линейная проекция. Например, такой первый пример такого штуки. Давайте мы попробуем из Pn плюс m отобразиться в Pn. Ну, естественно, например, такой естественный способ это такой. Значит, взять точку с координатами x0 и так далее, xn плюс m. Остальные выбросить. Да, и рубануть там по-живому. И тут-то уже оно будет не определено в каких точках. В точке, где первые n координат равны нулю. Прикинул. В пространстве большой размерности n плюс m, таких точек полно, это целое линейное подпространство. Какой-то там размерности m. Я могу выпадет при преобразовании? Что? Выпадет при преобразовании? Да, ну, то есть об этом, это точка неопределенности. Об этом надо думать как о том, что вы в пространстве берете линейную проекцию из этого вот подпространства. Так вот проекцию вот в таком же смысле, как ну, в совершенно бытовом смысле. То есть вы, например, если это подпространство одна точка, то есть если m равно единице, тогда вы берете просто точку, скажем, в трехмерном пространстве, проводите через нее все прямые, выбираете пространство Pn, вложенное туда же, и смотрите, где ваша прямая протыкает пространство Pn меньшей размерности. Что получается, проективном пространстве между двумя точками нельзя провести прямую? Можно. Есть такие точки, через которые нельзя провести прямую? Нет, нельзя провести однозначно определенную прямую между точкой и ей самой. Нет никакого способа выбрать предпочтительную прямую. То есть вот ровно это, при m равно единице, вот ровно этот факт здесь и написан. Что если мы начнем проектировать, то в самой точке, саму точку непонятно куда перевести. Она за всех поработала, но сама никуда не перешла. Если мы можем заменить как-нибудь, да, вдоль проекции, чтобы она не была. Вот в аффинном же можно. Какая разница? Вот разница ровно в том, что мы добавили это самое.
тот самый горизонт, на котором сходятся все рельсы. Да, это утверждение совершенно как бы не аналогичное афиногеометрии, потому что афинное пространство размерности n плюс m, никто не мешал спроектировать на первые m координат, но здесь полезно понять, что произойдет, при, если это афинное пространство, опять же, замкнуть до проективного. Вот тогда будет как раз та самая фигня на бесконечности, ей будет плохо при такой проекции. Например, если мы проектировали, скажем, А2 на А1 на первую координату, то взяли А2 и спроектировали вот так вот на первую координату, то при замыкании этого проективного пространства будет одна точка, где пересекутся все вот эти параллельные прямые. Вот она-то никуда не перейдет. Вот, да. На все приходится платить. Действительно, как заметил Витя, так, это мы еще никогда доказали, что вот здесь... Как раз и есть точка 0,1, блин, да? Ну, там, 0,1,0, я бы сказал. 0,1, да, наверное, потому что вот x0, x1 равно 0,0, и x2 у тебя не равно. Вот либо 0,1,0, либо 0,0,1. 0,1. Как Зинь заметил Витя, это мы еще не доказали, то, что вот в этих точках дело не определено, потому что вдруг там может что-то домножить, поделить, там умножить, подытожить, но вот ответ то, что нельзя. Более того, давайте я сформулирую это как факт, потому что ну, он не очень важный, но просто показательный. Поэтому доказывать его нам лень и не надо. Что не существует, опять же, непостоянных, регулярных, всюду регулярных, отображений из P n плюс m в P n, если m больше нуля. То есть вот этот эффект вот проекции... Какая-то аналогия при переходе от теории действительных функций к теории комплексных функций. Значит, что есть полюс обязательно? Что не существует нетривиальных, неосознанных функций. Совершенно верно. Ну, да. Вообще, комплексный анализ, он очень близок уже к этому. Но там, там есть действительно некоторые утверждения, насколько там что близко, но вот комплексный анализ представляет довольно много интуиции для вот этих вещей. То есть, ну вот, про то, например, что не бывает всюду определенные непостоянные функции на C. Хорошо. Ладно, давайте теперь какой-нибудь пример чуть покрасивее. Ну вот, из большого проективного пространства в маленькое регулярно отобразиться нельзя. Ну давайте еще тогда поотображаемся из маленького в большое. Например, давайте я отображусь еще разок из P1 регулярно в Pn. Но на этот раз не линейной проекцией. А я скажу, что не линейным вложением, я скажу, что здесь у меня были координаты УВ, и точка УВ у меня перейдет в такую точку. На первом месте стоит У в степени n. На втором месте стоит У в степени n минус 1 на В. Дальше стоит У в степени n минус 2 на В в квадрате. И так далее, такой вот момент здесь стоит В в степени n. Ровно n плюс 1 однородная координата. Это так называемая вложение Веронезе. Ну, при n равно 1 это тождественное отображение по этим на себя. При n равно 2, как мы изучали в начале прошлого занятия, образ его это коника на P2. При n равно 3, как мы изучали вот, с помощью Леши в начале прошлого занятия, это какая-то странная кривая в P3, которая задается тремя уравнениями и не задается двумя. Мы ее называем скрученной кубикой. Ну, так вот, точнее, аналогичная кривая бывает в любом проективном пространстве любой размерности. Давайте я введу еще одно слово, но как бы уже теперь все определения даны. Я буду говорить, что два многообразия изоморфны, если между ними существуют взаимно обратные регулярные поражения. И изоморфизм
это регулярное отображение, у которого есть регулярное обратное. Не прямой, не обратный не бывает регулярно. Что? Они бывают нетривиальные. А, прошу прощения, я значит, да. А, это я пока говорил, что такое отображение в PN. Но давайте я еще скажу, что отображение, если у нас есть, я буду говорить, что у нас есть отображение из X в Y, если фи это отображение из X какой-то PN, а образ фи это тот самый кубик. То есть, ну, конечно, вот я как бы отобразил половину в PN, но это отображение сильно не субъективно. Я попал только в какую-то жалкую кривую в огромном пространстве. Давайте я буду также говорить, что это у меня осуществляет отображение отсюда, ну, как в свой образ. Так вот, и уже, соответственно, то есть, конечно же, это отображение не является изоморфизмом между P1 и PN. Ну, например, вот по той теореме, которую я там говорил, что из PN в P1 вообще нет ни одного... ни одного регулярного отображения. Ну или там, не знаю, там можно найти какой-то инвариант. Например, у них разная размерность. Или что-нибудь еще. Ну, конечно, нет никакой причины быть P1 заморожен P1. Это, конечно, не так. Но вот на свой образ это уже изоморфизм. То есть, если взять кривую заданную примерно теми уравнениями, которые мы обсуждали в начале прошлого раза, там произведение таких равно произведению таких, там что-то квадрат такого равно произведение таких. Дальше надо четко определить образ. Ну, если отображение... Там, наверное, не равно принадлежит. Что? Там, наверное, не равно принадлежит. Что где? Образ фи лежит в этой. Если отображение регулярно, то это не так важно. Ну, хорошо. Я как бы... Если образ фи лежит в игре, то я все равно говорю, что у нас происходит отображение между иксом и игреком. Но важно, что... И когда я говорю, что отображение изоморфизм, я имею в виду всегда, что отображение изоморфизм у нас выводится. Что? Это изоморфизм, на свой образ. То есть, конечно, не на объемлющее пространство, а на свой образ. То есть вот эта штука осуществляет изоморфизм между P1 и некоторой кривой C, вот аналогичной той, которую мы обсуждали в начале прошлого занятия для N равно 3. А все P1 в кривую C превращается. P1? Такой одномерный предмет превращается в кривую C. Ну, тоже одномерный предмет. Все превращается. Оно всегда определено. Разумеется, если у вас. Ну вот рационально эта функция не всюду определена, которая на P1, которая делает преобразование навсюду на P1. Очень хорошо. Да, это очень хорошее замечание. Давайте проверим, что для каждой точки можно выбрать такого представителя. Да, давайте речь идет о. Для каждой точки должен быть представитель, который регулярен для этой точки. Давайте я это докажу. Ну, и он существует. Давайте я это докажу. Ну, и давайте я разделю точки на два сорта. Первый сорт, это когда U не равно нулю. Тогда я хочу сказать, что такая запись эквивалентна тому, чтобы сказать, я разделю все здесь на U в степени N. Тогда у меня будет так, единица... v поделить на u, v в квадрате поделить на u в квадрате и так далее. v в степени n на u в степени n. Все эти рациональные функции милейшим образом определены в любой точке, где u не равно 0. То есть, другими словами, для каждой такой точки я выбрал такого представителя в классе эквивалентности, который хорошо определен в этом месте. Да, и не все эти чуваки в сумме равны 0. Вот единица, например, не равна. Давайте рассмотрим точки другого сорта. Где вы не равны. Ну, конечно, многие точки являются точками такого сорта и другого. Там вот только, так сказать, одна только не является, где там точка 0,1 или точка 1,0 не является точкой двух сортов. Но не будем мелочиться, рассмотрим все точки, для которых вы не равны. Давайте я выберу там другого представителя, а именно я разделю на v в степени n. Получим такую запись. U в степени n на v в степени n, u в степени n минус 1 на v в степени n минус 1. Далее единица. Легко проверить, что для таких точек все эти функции определены и не все равны нулю. Вот единица, например, не равна. Ну вот мы берем объединение всех, и нам надо доказать, что нет ни одного прокола не осталось. Что для каждой точки можно выбрать своего представителя,
Вот я говорю, это и говорю, что для каждой точки на P1 либо это выполнено, либо это. Если выполнено... У любой точки хотя бы один не равен 0. Да, у нас все две координаты, и координата 0, ну, точка 0,0 запрещена на P1. Поэтому для половины, ну, для одних из них я выбрал такого представителя, для других другого. Это получилось даже, что на пересечении, для всех точек, кроме двух, я выбрал вообще два способа так сделать. Ну, хорошо, тем лучше, что два способа. Это все подтверждает, что наш короткий способ записи через многочлены, он, конечно, требует формальных проверок, но он как бы ничему не противоречит. Ну, давайте я еще в качестве упражнения оставлю такую подсказку к домашнему заданию, которую давал Сережа в прошлый раз. Помните, Сережа в прошлый раз яростно проектировал конику из точки. Он говорил, что если у вас есть кривая степени 2 на плоскости, вы выбрали какую-то прямую и выбрали точку на кривой степени 2, ну, скажем, вот такую точку, то есть способ отобразиться из этой кривой в прямую. А именно взять какую-нибудь точку на кривой степени 2, провести вот такую прямую через крестиковую точку и нулевую точку. Ну, такая будет одна и только одна. И посмотреть, где она пересечется с прямой, на которой мы собираемся отобразиться. Ну и Сережа велел проверить, что это отображение взаимно однозначно. Я даже не помню, что Сережа велел проверить, но давайте это отображение запишем в координаты. Давайте я напишу ответ. Опять же, все желающие забраться, это проверят. Ну, давайте для примера считать, что кривая степени 2 задано уравнением. Ну, если она выпукла или преобразуется гладко в выпуклую. Это одна из прекрасных вещей проективного мира, что там все кривые степени 2 добровые эквивалентны. Это как раз ровно, ровно то, за что ломаются все кофе, так сказать, за что переходить из афинной геометрии в проективную. За то, что там очень многие вещи причесываются и униформизуются. Там все прямые не надо делить на пересекающиеся параллельные. Они все различные прямые пересекаются на плоскости. Коники, ну, конечно, их надо делить на вырожденные, то есть распадающиеся на пару прямых, и невырожденные, которые такие честные коники. Но уж, по крайней мере, все честные коники, про них не надо помнить, гипербола, эллипсы или параболы, они все друг к другу переводятся замены координат. Ну, по крайней мере, если мы живем над полем С. Ну, это, собственно, теорема из линейной алгебры про приведение квадратичной формы диагонального ряда. Линейная алгебра не помнит про параболы и гиперболы. Но это вот как бы это такая прекрасная вещь из проективного мира. То есть всякую прямую можно представить к такому виду, ну и на самом деле даже можно считать, что с помощью замены координат, что точка выглядит, ну, к примеру, вот так. Ну, давайте тогда вот желающие проверят, что эта проекция задается таким... Дается вот так. Опять же, с разбегу отсюда не очень очевидно, что все дело определено в каждой точке. Например, оно вот просто вот сразу не определено в нашей точке P0, с которой мы проектируем. Но упражнение стоит в том, чтобы перевыбрать представителя так, чтобы он был определен в точке P0. Вот. И после этого мы проверим, что это отображение определено всюду, взаимно однозначно. Ну и на самом деле является изоморфизмом. Ну хорошо. Значит, какой вывод моральный для всех вот этих сегодняшних разговоров? Что на самом деле, вот мы определяли проективное многообразие как проективное многообразие фиксированного вложения в PN. На самом деле, никакое вложение в PN не является предпочтительным. То есть, в принципе, некоторые проективные многообразия изоморфны друг к другу, и это значит, что мы на самом деле можем говорить о проективном многообразии там как об объекте без фиксированного вложения. Хотя в объекте, который может многими разными способами вкладываться в разные проективные пространства. И давайте тогда, может быть, это будет последнее, что мы успеем сегодня.
Давайте я построю такой любимый пример проективного многообразия, которое по своему исходному определению не будет никуда вложено, но мы как бы приделаем к нему некоторое вложение. Значит, сразу всего происходящего такое. С одной стороны, его можно воспринимать просто как такой сильно нетривиальный пример проективного многообразия, возникающего из некоторого естественного, из некоторой естественной конструкции. С другой стороны, это будет такое многообразие, которое будет называться Грассманово многообразие или Грассманиано. Этот пример хорош еще тем, что он выражает собой такой простейший случай общего принципа, что объекты алгебраической природы параметризуются, объекты алгебраической природы сами по себе параметризуются алгебраическим многообразием. То есть там, все алгебраические объекты некоторого там, фиксированного типа, как правило, параметризуются алгебраическим многообразием. Вот пример, первый нетривиальный пример такой ситуации является проективное многообразие, которое называется Грассманиано. Вот если не хочешь думать про принцип, то это просто хороший пример проективного многообразия, про которое не очевидно сначала, что имеет такую структуру. Значит, пусть у нас есть... Давайте чуть-чуть сменю обозначение, сдвину все на единичку. Сейчас у меня будет P, противное пространство Pn-1. Ну, другими словами, у меня есть n-мерное векторное пространство. Я беру его проективизацию. Я напомню, что проективизация по определению это... можно ее определять как там через координаты, наборы, n чисел, с точной функциональности, но более буквально то же самое определение, переговоренное без координат, говорит, что это множество прямых, разумеется, проходящих через 0, в пространстве V. Но кроме прямых в пространстве V есть много чего замечательного еще. При этом есть, если n достаточно далеко, там есть плоскости, в смысле обычного линейного пространства. Или там вообще есть, не знаю, там, подпространство разности C. Можно себя спросить, чем они параметризуются? Прямые проходящие через ноль параметризуются персонально этим, занумерованной точкой персонально вот этого проективного пространства. А чем же занумерованное подпространство разности k, скажем, линейное подпространство разности k в пространстве v? Давайте по определению мы будем говорить, что это множество, назовем это множество, скажем так, g, k, v. А словами мы будем его называть так, Грассманиан. К-мерных плоскостей. Это такое множество. Но его можно определять двумя способами. Либо можно говорить про К-мерные плоскости в V, либо К-одномерные проективные подпространства в нашем проективном пространстве Pn-1. Это то же самое. По каждой такой камерной плоскости, проективизируя ее, мы строим К-одномерное подпространство в нашем проективном пространстве, беря каждое такое К-одномерное подпространство и, так сказать, депроективизируя его, мы получаем камерную плоскость в исходном пространстве V. Но лично мне больше нравится первое определение, потому что оно... это множество всех К-мерных подпространств в пространстве V. В векторном пространстве V. А там N нету? Там нету. Я N иногда пишу, просто чтобы напоминать, что у него размер стен, да? Давайте. Давайте я буду писать N с кубочкой. Просто такое напоминание, что у него размер стен. Так вообще я обозначаю V, но просто с кубочкой я напоминаю, что у него размер стен. Так, и как мы его параметризуем? Просто как подпространство. Да, пока это множество. Нет, а нижнее определение. Нижнее определение такое, что если у вас есть камерное подпространство в V,
то, значит, по V я построил, V был размер n, по нему я построил n с одномерное причинное пространство. N минус 2. Нет, значит, V был размер n, по нему строилось n с одномерное причинное пространство. А если V было k-мерное подпространство, да, то по k-мерному подпространству я строю k минус одномерное проективное подпространство. Ну, то есть это одно и то же, можно про это множество думать в двух терминах, но лично мне нравятся больше линейные термины, чем проективные в этом месте. Хорошо, пока я определил это как множество, я утверждаю, что это множество имеется замечательная структура. Оно является проективным многообразием. Другими словами, мы хотим вложить этот самый Гасманьян в какое-то проективное пространство, какой получится размерности, ну скажем, n большое, сейчас мы придумаем какое-нибудь n большое, и задать его уравнениями. Ну давайте попробуем. Давайте для начала я переформулирую определение в немножко чуть-чуть более лобовом виде. А именно, ну, сейчас я буду активно пользоваться разной линейной алгеброй. А именно я сопоставлю, вот линейная алгебра позволяет производить всякие операции с пространством V. Например, есть такая операция. Взять катую внешнюю степень от пространства V. Это, ну, элементами это катой внешней степени, значит, вот если V у нас был базис, скажем, V1 и так далее, Vn, то базисом во внешней степени являются такие, такие косые произведения. Значит, V и 1 и так далее, V и... Или вначале какую-то другую линейную. К? Нет, вы тоже изучали, правда, возможно, под другим именем. Это полилинейная алгебра, да? Полилинейная алгебра, да. Это такое подпространство в катой тензорной степени вектора пространства V. Там, ну, если взять, то есть в катой тензорной степени пространства V, базис образуют вот такие векторы. А теперь от каждого из них мы берем косо-симметризацию. То есть по всем перестановкам индексов суммируем ее со знаками, где знак отчётся в перестановке индексов. Детерминат. Что? Детерминат по пространству. Детерминат пространства – это его старшая внешняя степень. Детерминат по пространству. Да, совершенно верно, совершенно верно. Да. То есть вот, да, вот это примерно следующая фраза, которую я хотел сказать, правда, другими словами. Значит, в частности, если у нас есть k-мерное подпространство, если, скажем, W содержится в V, это k-мерное подпространство, в нем есть базис какой-нибудь. Выберем любую. Ну, буквально на секундочку, потом через секунду его забудем обратно. Скажем, называется W1 и так далее, WK. Ну, как-то он выражается через вот этот базис, неважно как. Давайте этому подпространству сопоставим такой поливектор. W1 косо умноженный на WK. Утверждается, что этот поливектор не зависит от выбора базиса подпространства. Ну, скажем, если мы к W1 там... Детерминант в варианте. Совершенно верно, да. Ну, то есть, просто для тех, кто не настолько владеет этой линейной алгеброй, ну, вот, я просто напомню, что главное свойство состоит в том, что... Сейчас, там еще, наверное, будет выделяться множитель, да? Правильно. Эта штука не зависит от подпространства с точностью константы. Поэтому, на самом деле, я не получил, я по подпространству, я не получил элемент вот такого пространства. Я получил элемент такого вектора пространства с точностью до константы. Элементы вектора пространства с точностью до константы, с точностью до множителя, это проективизация векторного пространства. Итого, я по каждому подпространству организовал точку в таком проективном пространстве. Ну, если кто силен в комбинаторике, тот сможет вычислить вот это вот число n, но оно равно там какому-то биномиальному коэффициенту. Там с точностью до единички здесь,
оно равно там количеству k элементных подмножеств в n элементов множества. Хорошо. Другими словами, в чем стоит пока текущее наше достижение? Я по каждому подпространству возможности k таким хитрым образом, на секундочку выбрав базис, перемножив внешне все элементы этого базиса, организовал себе элемент в таком верхнем пространстве с точностью до множителя, то есть корректно определенную точку в таком проективном пространстве. Но, конечно же, я никому не обещал, что у меня... Что, ну вот, конечно же, я так получу не все точки этого проективного пространства. Ну еще, может быть, склеиваешь какие-то, нет? Ну, наверное, нет. Вот нет, это как раз, ну, то, что я не склеиваю никакие, это как раз просто. Если у нас были разные векторные пространства, я мог в них, могу в них там, ну не знаю, выбрать какой-нибудь базис, скажем там, какой-нибудь общий в пересечении и какой-нибудь разный снаружи от пересечения. Легко видеть, что поля вектора будут другие. Ничего не переходит в ноль, ровно потому что, если взять k-линейных независимых векторов, то поля вектора никогда не будет нулевой. То есть это действительно корректное определенное отображение. Нулевой вектор здесь никак в образ не попадает. Но я не получу, конечно же, все проективное пространство, я получу в нем только некоторое подмножество. Его очень легко охарактеризовать словами. Не уравнениями пока, уравнениями мы сейчас охарактеризуем. Пока его легко охарактеризовать словами. Это ровно разложимые поливекторы. Разложимые, то есть те, которые представляются в виде произведения k штук. Ну, скажем, вот если бы у нас там... Разложимые именно на k штук. Ну, тут все как бы имеют рамку k, да, но да, разложимые именно на k штук. Да, да, разложимые на k штук. Ну, например, если у нас, скажем, там, n было равно 4, а k было равно 2, то вот в такой проективизации был бы, например, вектор v1 на v2, который лежит в образе. А был бы вектор, например, такой, v1 на v2 плюс v3 на v4. Ну, легко проверить, что этот вектор не разложим. Ну, вот, скажем, вот, еще был бы там в образе был бы вектор v1 плюс v2, все на v3. Вот такой вектор разложим. Вот если написать вот так, то не разложим. Таким образом, ну, то есть, в принципе, можно было бы начать, поскольку, если считать, что мы собираемся привести только пример нетривиального проективного многоразия, то можно было бы начать уже с этого определения. Берем такое пространство, берем в нем множество разложимых векторов. Но это бы выглядело немножечко натянуто. То есть все-таки я подчеркиваю, что естественное определение это именно чисто пространство в векторном пространстве. Ну хорошо, сейчас мы применим еще, это я активизовал подмножество словами, но я же обещал, что оно будет проективным многообразием, то есть оно задается некоторыми уравнениями. Давайте сейчас мы воспользуемся еще некоторой линейной алгеброй и придумаем уравнения, которые выделяют разложимые векторы среди всех. То есть разложимые поливекторы среди всех поливекторов. Ну, давайте... Задаем уравнение. Тут есть два способа. Во-первых, есть быстрый способ. Быстрый способ, он задает это уравнениями, но не порождает идеал. Ну, задает это множество уравнениями, но эти уравнения не порождают идеал. Зато быстрый. Он состоит в том, что можно говорить такую теорему из линейной алгебры, несложную, что k вектор разложим, тогда и только тогда, когда ну, k вектор можно умножить внешне на вектор и получить, у нас есть такое отображение, оно называется умножение на этот k-вектор, точнее, внешнее умножение на этот k-вектор. Там, сюда можно подставлять векторы. Это такое отображение из лямбда k от v в лямбда k плюс 1. Линейное отображение. У любого линейного отображения есть ранг. Утверждается, что вот это уже факт из линейной алгебры, который не использует вообще ничего. Утверждается, что k-вектор омега разложим, тогда и только тогда, когда ранг вот, линейного оператора, который задает умножение на этот омега, равен ровно n минус k. Если он не разложим, то ранг будет больше. Ну,
Причем вот этот оператор, он сдается матрицей, коэффициенты которой, ну вот если я выберу базис V1 и так далее, Vn в исходном пространстве, то у меня имеется естественный базис во внешней степени, и омега имеет некоторые коэффициенты в этом естественном базисе. Естественный базис состоит там из произведений вот таких вот векторов моего базиса в 1 и так далее, Vn, ну вот всех поднаборов из k-штук. Упорядочных, да? Да, упорядочных, например, да. Омега имеет некоторые коэффициенты в этом базисе. Да. Вот эта матрица, оператор, вот этого линейного оператора из этого пространства бета, это матрица там, коэффициенты которой как-то зависят от коэффициентов омега в этом базисе. Коэффициенты которой являются линейными формами от омега в этом базисе. Соответственно, если я напишу условие, что ранг матрицы равен n минус k, это там условие зануления каких-то минуров. То есть это такой набор алгебраических уравнений, которые, соответственно, алгебраические уравнения от коэффициентов матрицы значат алгебраические уравнения от коэффициентов этого омега в базисе. То есть, другими словами, я таким образом задам все разложимые векторы. Этот способ быстрый, но у него есть недостаток, что здесь получилось уравнение довольно большой степени. Примерно k. Плюс-минус. Вообще утверждать, что всегда можно обойтись еще лучше. Всегда можно это дело задать даже квадратичными уравнениями. Ну и квадратичные уравнения уже будут порождать весь идеал. Давайте, это все-таки довольно сложно, поэтому мы это сделаем в частном случае. В частном случае, когда k равно 2. Когда k равно 2, можно воспользоваться другим фактом извинения алгебры, который говорит, что вектор разложим, два вектора, бивектор разложим, тогда, когда внешний квадрат с собой равен 0. Бивектор омега разложим, когда омега косо помноженный на омега равен 0. Мы этим пользуемся для простоты. То есть утверждение, что Гроссманьян можно задать квадриками верно при любых k, но при k равно 2 это сделать просто. Поэтому мы сделаем при k равно 2. Это вот здесь написано квадратичное уравнение на коэффициент омега. Ну, потому что здесь как-то надо разложить по базису, там, здесь будут там суммы произведения каких-то коэффициентов с каким-то знаком, там равна 0. То есть утверждается, что вот эти уравнения сдают наше Гроссмановое многообразие. Ну давайте рассмотрим самый простой пример, самый простой содержательный пример. Значит, во-первых, пример с k равно 1 мы договорились не рассматривать, потому что при k равно 1 мы преобразуем прямые векторы на пространстве, они преобразуются проективным пространством. Здесь даже уравнение наполнить не надо. Когда k равно n минус 1, скажем, k равно 2, n равно 3, это тоже неинтересный случай, потому что плоскости вектора пространства можно установить соответственно между ними и прямыми векторами пространства. Просто выбрать какую-нибудь квадратичную форму и брать перпендикулярную прямую. Не выжимать квадратичную форму. Другими словами, двумерные плоскости трехмерного пространства тоже параметризуются трехмерным проективным пространством. Двумерным проективным пространством. Поэтому давайте рассмотрим такой пример. Когда k равно 2, а n равно 4. Первый нетривиальный. Первый нетривиальный пример. Тогда вот у нас выбран базис. V1, V2, V3, V4. Давайте это будет наш финальный учитель на сегодня, видимо. Поэтому сейчас я попрошу поддержку зала, чтобы, так сказать, закончить на мажорной ноте. Зал уже у меня. Вот. Если зал на прощание оживет, мы полюбуемся на уравнение, которое задается для смены G24, и на этом порадуемся. Хорошо, значит, я задаю разложимые векторы. Вообще, характерный бивектор выглядит как? В
1, v2, v3, v4. Это базис v. Давайте мне кто-нибудь продиктует базис в лямбда квадрат. У меня корабль 2, я беру лямбда квадрат от v. Если кто-нибудь еще живой? Ну, 3 переменных. Ну вот, значит, здесь надо брать всякие попарные произведения v1, v2. А. Ну, v-it с v-житым. Но при этом помнить, что, например, v-it с v-житым равно там минус v-it с v-it. То есть, если я добавил свой базис v1 на v2, то v2 на v1 брать уже смысла нет. Оно будет уже выражаться, чем предыдущее. Поэтому надо взять все пары и g, причем там такие, что и меньше g, и взять такие произведения. То есть, например, там будет v1, v2, v3, сейчас, v1, v3, v1, v4, v2, v3, v2, v4, и, наконец, v3, v4. Это плоскость. Да-да, я предназначу плоскости в четырехмерном пространстве. И характерный B-вектор выглядит так. Он остался по этому базису. Он равен А1,2, какой-то коэффициент на эту штуку, плюс А1,3 на эту штуку, плюс А1,4 на эту штуку, плюс А2,3 на эту штуку, плюс А2,4 на эту штуку, плюс А3,4 на эту штуку. Так, это еще не проектизировано, да? Ну, это до проектизации, но вот это уравнение однородно, поэтому я пишу на координаты как бы не такие. Ну да, а вот этот аитое, вот это вот аижитое, А1,2, А1,3 и так далее, это однородные координаты. На проективизации моей там лямбда 2 от v. Это проективное пространство какой размерности? 1, 2, 3, 4, 5. Совершенно верно. Однородные координаты на p5, в котором будет жить мой госпонент. Хорошо. А уравнение стоит в том, что квадрат этой штуки, внешний квадрат, должен быть равен нулю. Поэтому давайте выпишем этот внешний квадрат. Во-первых, внешний квадрат будет элементом какого пространства? Он будет элементом пространства лямбда в степени 2 плюс 2 от v, то есть лямбда 4 от v, то есть детерминанта пространства v. То есть у четырехмерного пространства четвертая внешняя степень одномерна. Она порождена таким 4 вектором v1 на v2 на v3 на v4. И, ну, в частности, любой элемент части квадрата вот этого персонажа будет таким вектором с каким-то коэффициентом. Давайте я против традиции напишу сначала вектор, а потом коэффициент. И сейчас мы, если опять же есть кто живой, мы сейчас выпишем этот коэффициент. Но на самом деле это не так трудно, потому что... А1, 2 умножить на А3, 4. Да, я скажу, как... Да, сейчас ты скажешь, но я скажу за секунду, почему это не очень трудно. Потому что если возьму какое-нибудь слагаемое здесь, то оно почти со всеми перемножится нулем. Например, с собой она перемножится нулем, правда ведь? Потому что v1 с v1 уже перемножается нулем. Или, например, v1, v2 с v1, v3 перемножится нулем. Потому что v1 с v1 перемножается нулем. Другими словами, единственное, с кем она перемножится не нулем, это, скажем, если здесь индексы 1 и 2, то надо взять дополнительные индексы. 2, там, индексы 3 и 4. Или, например, если индексы 1 и 3, то взять дополнительные индексы. 2 и 4. Последняя операция, которую нам надо сделать, это, скажем, если мы умножили v1, v2, ну, скажем, если мы умножили v1, v3 на v2, v4, мы получили не совсем такой b-вектор, а такой с точностью до одной перестановки слагаемых. А со множителей. Одна перестановка со множителем меняет знак, потому что это внешняя степень. Поэтому связь с коэффициентом будет ходить плюс-минус. Ну вот, если Леша является примером живого человека... Я, блин, плюс-минус хотел оставить. Я хотел сказать, А1, 2, А3, 4. Сейчас, ну А1, 2, А3, 4,
А потом сказать плюс-минус. Вот дело в том, что эта перестановка, это на самом деле не трудно. Перестановка написана здесь. Ну да. Вот, например, для перестановка 1, 2, 3, 4 является тождественной перестановкой, у нее знак плюс, да. То есть прям вот такой коэффициент будет эталон на таком векторе. А, хорошо, еще будет. Минус А1, 3, А2, 4. Минус А1, 3, А2, 4. Действительно, эта перестановка отличается от тождественной перестановки двойки тройки. И наконец, будет еще одно слагаемое. Это все не слагаемое, надо двойку вынести за скобку. Что? Двойку за скобку. Совершенно верно, да, здесь еще будет. Двоечка, блин, да. Наконец будет еще слагаемое. Давайте пока напишем знак плюс, потом если что поправим. Какое же будет еще слагаемое? 1, 4, 1, 4, 2, 3. Очень хорошо. А, 1, 4, А, 2, 3. Ну, довольно легко понять, что здесь надо сделать две перестановки. Четверка поменять двойкой и потом ее занести за тройку. Поэтому знак здесь снова будет плюс. Итого, это все убираем в мусор. Значит, все это дело должно быть равно нулю. Уравнение нашего этого состоит. И оказывается, что мы все это дело задали одним уравнением. А1, 2, А3, 4, минус А1, 3, А2, 4, плюс А1, 4, А2, 3, равно нулю. И это такое уравнение в P5, где вот это однородная координата. Получилось, что... Ну, вот это такое... последнее место, где все получилось просто. То есть мы получили одно уравнение, у нас получилось гиперповерхность степени 2. Ничего проще и приятнее не будет. Если я буду увеличивать k или n, тогда уже здесь уравнений будет, как правило, много. Они все будут квадриками, конечно, но это будет уже такое уравнение с сильной нейтральной структурой. Оно будет очень хорошее, оно будет гладкое, там, однородно относительно действия некоторой группы. То есть там существует действие, транзитивное действие некоторой большой группы. Там, При нем можно все и вся посчитать, но такая главная мораль этого дела состоит в том, что, по крайней мере, это алгебраическое многообразие. То есть вот мы начали с объектов геометрической природы, и оказалось, что они параметризуются совершенно неожиданно алгебраическим проективным многообразием. Вот первая мораль состоит в том, что на самом деле так происходит много когда, а вторая мораль состоит в том, что теперь в качестве маленького бонуса из всего этого дела мы можем дать некоторое определение, но, правда, мы его использовать не успеем, но просто приятно осознавать, что оно имеет смысл. Вот помните, для кривой на плоскости у нас существовало понятие степень. Степень кривой. Это была просто степень, ну, она сдавалась одним уравнением, поэтому это просто степень от уравнения. Или, например, если у нас была гиперповерхность, то есть многоразие там в афинном или проективном пространстве большого размера задано одним уравнением, то мы по определению называли степенью степень этого уравнения. Ну, давайте я скажу. Вот это в некотором смысле такое алгебраическое определение. Степень многочлена. С другой стороны, его можно было бы переговорить так немножко казуистически. То есть вот у нас была какая-то там кривая на плоскости или вообще гиперповерхность в многомерном пространстве, если бы мы выбрали прямую общего положения, тогда, поскольку эта штука сдавалась одним многочленом, на этой прямой, ну, многочлен, будучи ограничен на эту прямую, имел бы тоже степень n. Там ничего бы не сократилось, ничего бы тождественно не обратилось в нуль, если прямая достаточно общего положения. И тогда бы он имел ровно n корней, где n – это степень многочлена. На эту прямую. То есть, как бы, ну, поскольку каждый корень этого многочлена соответствует точке пересечения, ну, с кривой на плоскости или с поверхностью большего пространства, можно было дать другое определение. Степень такого многообразия, кривой на плоскости или поверхности в большом пространстве, это количество точек пересечения с прямой общего положения. Теперь наша прибыль с этой конструкции состоит в том, что, во-первых, мы можем дать это определение структуры, потому что раньше мы не очень понимали, что такое прямое общее положение. И было тем более непонятно, почему это не зависит от выбора прямого общего положения. Но теперь все то же самое можно сказать строго, потому что раз прямые параметризуются алгебраическим многообразием, можно считать, мы говорим, что что-то происходит для прямого общего положения, если в этом алгебраическом многообразии, вот в том, как у меня есть открытое множество,
которые преобразуют прямые с таким свойством. И можно на самом деле доказать, что для этого открытого множества Гроссманяния прямая пересекает гиперповерхность ровно по стальке точно, какая степень многочлена задающая гиперповерхность. Ну, казалось бы, мы просто переформулировали одно и то же определение по-другому, зато это определение работает уже для всех многообразных, не только для гиперповерхностей. Например, если у нас есть проективное многообразие, скажем, размерности. Давайте я скажу странную вещь. Пусть оно будет иметь размерность n-k. Тогда утверждается, что k-мерное подпространство общего положения общее положение, значит, там существует такое открытое подмножество в Гроссманяне, параметризующем камерное проективное подпространство в ПМ. Подпространство И общее положение Х пересекается с И по конечному числу точек, которое к тому же не зависит от L. Вот это число точек называется степенью многообразия и обобщает понятие степени для кривой на плоскости. Конечное подпространство общего положения. Сейчас. Я здесь немножечко всех возможно запутал, потому что сейчас я уже говорю про проективное пространство. Подожди. Значит, хочешь ли ты сказать, что в Гроссманяне соответствующего размера есть открытое множество? Да, в Гроссманяне G K плюс 1 N плюс 1. Есть открытое множество. Открытое множество. Которое подвязуют некоторых ребят, которые пересекаются с моим буксом. Где ровно по К-точкам. Не по К, а по какому-то D точкам. Где D не меняется в этом открытом множестве, и всякий раз конечная. А D это степень, да? Да. Вот эта штука называется степень многообразия. Ну, по крайней мере, это можно испытывать моральное удовлетворение, что, там, что такое степень для кривой мы интуитивно понимали и могли строго определить. Оказывается, это такой атрибут, который присущ любому многообразию, но правда, вот тут я отошел от своих побуждений, которые у меня были в предыдущие 3 часа, потому что я говорил, что очень многие свойства многообразия не зависят от положения. Вот это свойство зависит от положения. Например, когда мы брали прямую, проективную прямую, можно вложить как прямую в плоскость, и тогда у нее степень будет 1. Можно было вложить как конику, тогда у нее степень будет 2. Ее можно было вложить как скрученную кубик в P3, тогда степень будет 3. Ее можно было вложить как кривую Веронезе в степени n в Pm, тогда ее степень будет n. То есть это уже такая вещь, которая помнит про вложение. Но, к сожалению, сейчас у нас уже не осталось времени, чтобы понять, чем параметризуются всевозможные вложения в проективное пространство, но давайте я пока не скажу, что мы подошли к этому вплотную, поэтому если кто-то в какой-то момент задаст себе вопрос, чем на самом деле параметризуются разные отображения данного многообразия в разных проективных пространствах, то вот отсюда до этого остался один шаг.